Ну что, идем в Спар. Здесь сказали, что продают русские продукты. Ну как русские, разные производства, но по типу наши. Бабкины семечки. Огурцы соленые. И тому подобное. Так вот, нашла я этот прилавок. Сразу смотрю, огурцы 37, производство, изготовлено в Литве. Интересно. Паприка. Айвар. Даже не знаю, что такое. Лютеница, не знаю, что такое. Это, наверное, что-то со свеклой. Рассольник. Вот эти вот салаты все из Литвы, супы, солянка. Так, это что? Что-то не знаю. Боровики. Обожаю икру кабачковую, но как-то выглядит она не очень. Прям совсем могу сказать, не очень выглядит. Баклажаны жареные с чесноком. Цены просто удивительно. Огурцы. Сейчас женщину встретила из Литвы тоже. Говорит, хорошие огурцы. Вот эта капуста хорошая. 29. Сгущенка, смотрим. Вареная 32. Я не помню, сколько она здесь в местных азиатских магазинах стоит. Но вот это вот 35. 40 иногда. Так, а это что? Какие-то макароны 16 крон. Что же с ними делать? Варить, наверное, нет. Не понимаю. Кокосовая мука. Геркулес даже привезли. 19. Ой, вермишелька хорошая, красивая. Лапша написано. 32 кроны. Клубника маринованная. Это непонятно откуда. Может быть, даже... Скорее всего, даже не наша. Халва 33. Так, я майонез пропустила. Криенный пепперот. Не знаю, что такое. Майонез провансаль. Это с консервантами, как она мне сказала, эта женщина. А это без консервантов. 23 цены, отпад. Такой майонез какой-то. Соусы. Так, ну что, я буду брать такой, один такой, буду пробовать. Да, круто. Так, горошек тоже такой красивенький стоит. А это что такое? Грескор. Я даже не знаю, что это такое. Грескор. Так, ну и семечки смотрим. Вот эти семечки 500 грамм. А, нет, эти 300 грамм. В азиатском они стоят 35, что ли. А вот эти, которые я обычно покупаю, стоят 25. Хотя в центре в азиатском они стоят 39. А здесь вот рядом магазин, 3 минуты идти. Они там стоят 49. Крутяк. Будем брать.
Так, ну пряники я не ем. Тоже посмотрим. Аромат персика. Не могу сказать, какие цены там. С маком. Зефир. Тамбовский волк. Семечки тыквенные. 46. Не знаю, сколько там стоит. Так, а вот у нас скидка. Вафли 29,90, а были 5 крон скидка. Ну, нам не надо. Коровка. Ой, что-то я не помню, сколько она стоит там. Может быть, так же. Может быть, дешевле, может быть, дороже чуть. Ну, как-то так же примерно стоит. Так, геркулес я показала. 15,90, гречка 37,90. Недешевое удовольствие. Гречка производства. Кто делает? Неизвестно. Разные языки. Болгарский. Розовая соль. 25. Что с ней делать? На русском есть? Посмотрим. А, нету. Производство Пакистан. Что-то Литвой связано, чуть не поняла, производство как бы Пакистан написано. Квас. Квас мы покупали, но я так и не попробовал. 29,90. Так, это что? Эти батончики вкусные, кстати. Вкусные, но, по-моему, калорийные. Что-то я не помню. Иногда с парями по 10 крон попадают. Разные виды. О, сухарики. Думаю, что они из Литвы. Смотрим. Латвия. Латвия. Ой, думаю, вкусно. Два вида. Какой? И какой. Всем хороший. Так, ну что, сгущенка нужна мне? Нет. А вдруг эпидемия? Говорят, что в аптеках нет масок. Прошла я мимо, надо было заглянуть, посмотреть. Маски. Антибак. А это что такое? Сафт. Вишневый. Вкусно, 29. Это делать типа морсы, компота или как сказать-то. Ну, просто разбавляешь, например, 3/4 стакана, наливаешь этого сафта и дополняешь до полного стакана водой. Вишня. Я просто обожаю вишню. Свежую нет. Свежую нет. Компот. Варенье вишневое. Вкусно. Так, ну эта женщина сказала, что огурцы где-то еще целый прилавок есть. Шоколадные палочки. Скидка 29,90.
Так, тут тоже скидка, там тоже что-то скидка. Печенье скидка. Так, пойдем хлеб смотреть. Может быть, мне надо что-то еще взять. А то сейчас ухожу, может, не приеду больше никогда. Как объявят у нас плохую ситуацию с этим коронавирусом, так все. Никуда не пойду, буду дома сидеть. Икру хочется кабачковую. Ну, такую мне точно не хочется. Ужасно выглядит, ужасно. Решила я взять три майонеза без консерванта. Два и один с консервантом. Я не читала, потом буду читать, разбираться. А вот обычные огурцы, которые продаются в обычном продуктовом магазине. Ну, это дешевские какие-то. Так утрезанные они. В общем, они какие-то соленые, кислые. Нам они не очень по вкусу, многим. Но некоторые едят. Раньше здесь продавали. Нету сейчас очень хорошие огурцы с Германии. Ой, какие они были вкусные. На банке было нарисовано окно. Ну, нету. Печалька. И по цене они, кстати, были то ли 40, то ли 35. Что вот стеллаж я увидела с огурцами, про который она мне говорила. Она сказала корнишоны. Что-то я не вижу корнишонов. Они какие-то поменьше. Но выглядит, честно говоря, не очень. Скидка 4 кроны. 4. 4. Выглядит не очень. Мне их есть нельзя. Так, кому можно? Я люблю. Я покислее люблю. Но не могу. Ем очень редко. Один маленький огурчик порежу раз в месяц, а то и в два. Да, как раньше. Ела соленья эти. Без остановки дома. Вкусненькие. Сдачечки. Огурчики, помидорчики. У норвегов привычка такая. Если это скидка, все, кранты, будет пусто. А вот это никто не любит. Почему? Так, а что здесь? Классический соус, а здесь с базиликом. Так с базиликом же лучше. Скидка больше. Странные. Что, они базилик не едят? Так, спагетти по скидкам. Кофе нет по скидкам? Нет. Эти только такие. Встретила я сейчас здесь. Ну как встретила? Мы не разговаривали. Она далеко была. Одну девочку из Литвы с мужем. Муж красавец, она красотка. Я уж не знаю, какой он у нее по счету, этот муж. Ой, ну надеюсь, что последний. До этого все как-то черти что, наверное, как и у всех у нас. Ну, этот хороший мужик, хороший, красивый. И она чем взрослее, тем красивее. Креветки 289 за килограмм. Вот эти вот крабы, я не знаю.
королевские. 799. 79,90. А вон те, вон маленькие, 269. Язык 199, трески. Печень трески 119. А языки, я сказала, просто 199. Еще мне нравится вот эта вот кампала с точечками. 105 за килограмм. Здесь вот речная форель. Ой, речная, озерная форель. Нет ценника. Селедка такая маленькая, прям крошечная, как синтявка наша, 119 грамм. Филе трески 169. Ну, ладно, дальше.